Недавно столкнулся с серьезной проблемой, знаете, трачу деньги, трачу, трачу, а они что-то заканчиваются и заканчиваются. Знай, ты просто знай об этом. Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Ой, Петрович, ты еще мотиватор мой. Была мне Жигули. Знаю, что там, когда что открывается. Она была похожа на шкатулку с секретами. Он был похож на сундук со сказками. Ну что ты в итоге к врачу-то сходил? Ну сходил, конечно, вчера был. Ну и чё, чё нашли? 3000 нашли, теперь у меня их нет. Знаешь, Наташа, что я думаю? Если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого.